Граждане Республики Молдова, проживающие в населенных пунктах на левом берегу Днестра, могут предварительно зарегистрироваться, чтобы объявить о своем намерении принять участие в следующих парламентских выборах. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, процедура не является обязательной и призвана облегчить открытие участков для голосования для избирателей левобережья Днестра и определить приблизительное число бюллетеней, которые будут распределены по участкам. Для онлайн-регистрации следует зайти на страницу inregistrare.check.md. Граждане могут также зарегистрироваться по письменному запросу, подписанному индивидуально или группой и отправленному в ЦИК. Избиратели могут зарегистрироваться в течение всего года, за исключением последних 45 дней до даты выборов. Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования, избиратель вправе отменить осуществленную ранее регистрацию. С 2018 года парламентские выборы проводятся по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам в Национальном избирательном округе, а 51 депутат будет избран на основе одномандатных округов, по одному депутату от каждого округа. В Молдове будет создано 48 одномандатных избирательных округов, из которых 2 для Приднестровья.